Глава Северского района Андрей Дорошевский принял участие в 32-й сессии Совета муниципального образования «Северский район». На повестке дня стояло 11 вопросов. Народные избранники внесли изменения в решение Совета Северского сельского поселения об утверждении правил землепользования и застройки, а также в решение районного совета о местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. План доходной части местного бюджета на 2022 год с изменением предлагается утвердить в сумме 2 миллиарда 796 миллионов 704,2 тысячи рублей. Расходную часть с учетом предлагаемых изменений 2 миллиарда 949 миллионов 680,6 тысячи рублей с дефицитом 152 миллиона 976,4 тысячи рублей. Обсудили принятие администрации района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, исполнение бюджетов поселений на 2023 год и другие вопросы. Депутаты поддержали все проекты решений, вынесенные на обсуждение сессии.